Дорогие друзья, всем привет! Мы с вами продолжаем пикник. Сегодня у нас очень интересный салат. Я дома отварила только перловку. Вот у меня такая перловка в пакетике. Вы знаете, насколько она, эта крупа, полезная. Ее так мало употребляют. Высыпаем нашу перловочку. Смотрите, какая красавица. У нас сегодня великолепный салат с перловкой. Так, теперь добавляем остальные ингредиенты. Можете добавлять любые овощи, зелень. Сделать по принципу табуле. У меня сегодня, видите, я все подготовила. Огурчики, помидорчики и зеленый лучок. Ну и самое вкусное — это заправка. Заправка моя любимая. И, я думаю, и ваша. Вот так удобно взять на природу. Заглянем. Оливковое или растительное масло, соль, перец, горчица в зернах, любая кислота и немножко сахарку. Все это взбиваем. У нас получается эмульсия. И заправляем наш великолепный салат. Добавляем по желанию зелень. Смотрите, как это уже красиво. А как это аппетитно, как это пахнет. Смотрите, какая это красота. Вам хорошо видно? Я уже вам поближе показать. Уже так хочется попробовать. А вы пробовали салат с перловки? Так, давайте я попробую, нет сил терпеть. Вот, знаете, жую, потому что не могу оторваться. Добавим немножко зелени. Любой. Вот так красиво. И всем приятного аппетита. Не забывайте подписываться на мой канал. А я для вас готовлю такие простые рецепты. Просто, быстро и вкусно. Еще хочется. Я жду вас на моем канале. Рецепт под видео.